Одна из задач любого крупного вуза – реализация на практике идей разработок, которые создаются в рамках его научной деятельности. Опыт ведущих учебных заведений России и мира показывает, что один из самых удобных способов – это создание малых инновационных предприятий при университете. Поэтому наша задача – это научить молодых ребят, студентов, как правильно создавать бизнес, что является для этого основой, как не бояться вступить в эту практику и попытаться самостоятельно реализовать тот или иной проект. Для решения этой задачи в САФУ был создан проект «Бизнес-шанс» – бесплатный 4-недельный практический тренинг для студентов и сотрудников университета. Итогом обучения должен стать бизнес-проект, готовый к реализации. В данный момент я готовлю документы на подачу на внутренний конкурс САФУ. Также буду участвовать в конкурсе стартапов города Архангельска. В обучении используются стандартные методы бизнес-образования – от мастер-классов и тренингов до вебинаров, лекций и игр. Старт в проекте начинается с участия в деловой игре, на которой ребята могут проверить свою возможность вообще заниматься бизнесом или работать в команде, что немаловажно для ведения любого дела. Участие в проекте позволит приобрести навыки как самостоятельной, так и командной работы, наладить сотрудничество с успешными предпринимателями и экспертами, а также сформировать четкое видение своего профессионального будущего. Но главное, бизнес-шанс станет толчком к конкретным решениям и действиям. Мне кажется, у меня что-то щелкнуло в голове. Просто появились какие-то мысли, начал немного думать проектами. Когда стал участвовать в проекте, появились жесткие временные рамки, когда надо было успеть сделать одно, второе, третье. Плюс помогали кураторы, были тренинги, которые направляли действия. И благодаря проекту за вот эти 4 недели я полностью завершил всю структуру своего проекта и уже готов к запуску. По итогам бизнес-шанса 2013 года к поиску частных инвестиций и реализации были рекомендованы 14 проектов. Сделать первый шаг к своему бизнес-проекту можно уже сейчас. С 1 марта регистрируйтесь на сайте businessshans.ru и становитесь участником проекта. Конечно, стоит принимать участие в данном проекте, потому что если вы хотите реализовать себя в будущем, не надо ждать окончания университета, нужно действовать уже сейчас, нужно начинать что-то делать, и данный проект поможет вам понять, какие первые шаги вы можете сделать в данном направлении.